Ребят, это самое... Ну вы поняли, да? В этом выпуске тяжеловесы-трансформеры выходят на ринг, чтобы показать, кто сильнее, кто из них окажется за бортом. Световой удар, как поджечь бревно фарой. Бибип-бибип, что это означает у GTA-шных дальнобойщиков? Тяжелый подскок, как закинуть грузовик на прицеп? Агрессивный двойник, как создать зеленого клона? Где продают самых вкусных курей и как снимали сериал «Дальнобойщики». Ну и, конечно же, главная загадка – существует ли город Бобруйск? Любишь Warface и Dota? А как ты думаешь, можно ли совместить все лучшее от этих игр в одной? Ответ на этот вопрос дали разработчики Shadow of War, выпустив моба-игру с VSD-управлением. Здесь нет скучного фарма, игры длятся по 20 минут и при том в разы динамичней. Проверь сам, ссылка на регистрацию под видео. Едет, готовьтесь, готовьтесь. Все, запускайте. Да. Я, короче, сразу сейчас за клавиатуру и мышку пересаживаюсь. Ты готов, Схемов? Да, я готов, давай. 3. 2. Есть! Отлично! Поехали! Лохи, а я поехал! Вот кванту первый, нормально, да? Смотрите, там чувак сзади! Десант туда сядь! Смотрите там! Ай! Надо было к Халдору садиться! Свадьба! Дальнобойщиков! Свадьба дальнобойщиков! Друзья, и добро пожаловать в безумные просторы GTA 5! Сегодня в компании с Квантумом и Халдором мы попробуем отыскать дорогу и проехать в вымышленный город Бобруйск! Поехали! Саня, мой грузовик сейчас стоит? Да, стоит. Давай, садись. Ну как много здесь... Травами. Стой, Халдор! Да, блядь! Все, я ухожу от них. О, Схемов поехал. Поехали, ребята. Здрасте. Давайте за мной езжайте. Халдор там с дровами. Давай, поехали быстрее отсюда. Ну, ты что такой неповоротливый-то, эй? В смысле? Жалко, дрова не слетают оттуда. А куда мы едем? Пункт назначения. Да мне его! Нет! Если я погибну, то и ты погибнешь вместе со мной! Хна тут глубоко! Ай, у меня отцепилось! Схема, спаси меня! Я за тобой спрячусь. Спрячься за мной! Он тебя не видит по-любому. Нет, не найдет. А ты чё там это? Вертишь хвостом возле меня, О! Ну-ка остановись, Халдор! А-а-а! Всё, просрал! Да нет, сейчас я зацеплю, подождите. Схемов, может быть, ты помог бы? Но он помогает, но он коряво помогает. Ну сейчас схема строит. Да ладно, все, не надо уже. Мы сделали. Схемов поможет. Нет, Схемов! Поможет Схемов. Я умею. Ну ты дурак! Нормально! Вот так вот. Да все, не трогай! Нам надо по-любому зацепить. Я поможем, не волнуйся. Все! Отлично, вот так. Нет, только поможем. Поможем мы. Да ты дурак, мне опять его потом искать. Нет. Я тебя взорву, если ты меня его сейчас утопишь. Нет. Я тебя предупредил. Не, не надо топить, не надо взрывать. Я вот тебе грузовик только нашел. А вы где, ребята? Я тебе предупредил схему. Ой, вы что там делаете? Что там у вас за... Ой! Это мой! Ну-ка не трогай! Тихо! Не утопись! Тихо! И цистерна перевернулась! Вау! Квантум, ты дурачок! Ты мы дураки, мы сейчас все утопим! Ты что делаешь?
Топи квантума, топи квантума! О, все подцепился, тихо, тихо. Амиго, Калдор, это меня, ударь меня, я тут на камне застрял. Все, колонна, да, дальнобойщики. Как загорелся! У него лес горит! Схемов, ты дурак! Принцеп сгорел! Ты дурак! Что? О, вон там лес едет, блин, сейчас догоню. Ну как можно было... Почему? Как он загорелся? Не понимаю, что там, чему он... Лес загорелся? Как? От фары, фара разбилась и... Фара и попала из крана этот, на сруб, прям, блядь, на дубовый сруб, и загорелась. Ты понимаешь, какого размера должна быть искра? Искра там с лошадь была, я видел. Пролетела аж. Блин, лес, блин, весь обугленный. Испортили лес. Ой, блин, я что-то вылез. Случайно. Вывалился что-то. Я хотел побибикать, а я... Тачку зажали бедную. Да-да-да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вы там едете. Что за жесть? Свадьба дальнобойщиков. Свадьба дальнобойщиков, реально. На две полосы дорогу перегородили. Тачку объехали. А я помещусь между вами. Ой. О, да, третий, что-то лагнули все. Давай, давай, между нами заезжай. Давай втроем, втроем, втроем. Да, втроем. Только Хелдор нас впереди едет. Давайте. Что-то лагает все. Давай, давай, давай. Есть, втроем. Давай, давай, давай. Ну кто там? Хелдор, давай с нами. Этот не понимает. Хелдор, притормози. Давай на крайнюю правую левую полосу, Хелдор. Ладно, я посередине. Хелдор, погнали. Давайте. Съема. Четыре, четыре. И прикиньте, бы мы ехали синхронно, и у нас бы все были пустые эти. Сюда можно было бы реально вертолет садить. О, да-да-да, во-во, нормально. Синхронно, четыре. Ну, а кто сейчас на мост, по-моему, не поместится? Ой, ты дурак! Ты мост сломал, сломаешь сейчас. Ни хрена вы пылите! Да ни хрена ты вас пыль стал, ой-ой, прицеп потеряешь, Хелдор! Ход Хелдор опять накосячил. Не потерял. Поехали, поехали. Трездец, это спринтерс уже. Это не GTA, это спринтерс. Лес везем, блин. Лес везу я вообще-то, понятно? Ой-ой. Схемов, да поворачивайте, все нормально, все под контролем. А мы на кого едем, да? Да, сейчас на Челяд поедем. Ай, не врезайтесь в меня. Кто там мой этот? Ой, аккуратно. Вот кто тормоза. Вот кто упадет, тот лох. Хелдор! Вот, и вообще... Что, блин, прицеп отвалился. Все, опять скрануло. Размером с лошадь, иска. Полетел. Искра размером с лошадь. Всё, пожрал. Да, дайте какую-нибудь платформу заеду, встаньте куда-нибудь. Эй, ты что сделал? Хелдор, мать твою! Вы что там творите? Давай. Давай, съезжай, квантом. Съезжай, Амиго. Бац! Давай, давай. Вот, два прицепа. Мазила. Сейчас, 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 все будет, не орите. Я тут смотрю, еще тебе подъехал. Еще третьего. Лох, все. Ты сильно не разгоняйся, очень тихо, очень тихо. Ладно, поехали, короче, все. Мне прицеп сожгли. Ну езжай сейчас. Пустой прицеп сожгли, отлично. Логика GTA, сгорел пустой прицеп. Я чуть то же самое не случилось. Эй, стой! Хелдор сжег мой прицеп, сука! Хелдор снаил твой прицеп? Пустой прицеп сгорел. Да ты, сука, упырь! Все, лежи здесь! Блять, я его взорву сейчас! Хуям ко всем! Эй, Мига, ты куда попёр? Вот, ты смотри, боржа плавает. Я проехал, ни хрена себе. Я проехал по реке. Ну-ка. Поехали по я реке. Я тоже. Ничего себе. Нифига себе, блин. Наступило было утро, пока мы искали дорогу в Бобруйск, но я неудачно вылетел с сервера и водил моего грузовика, превратившись в бота, решил дать дёру. Но не тут-то было. Спасибо моим друзьям, что догнали его. Это чей?
Твой... А где мой? Вон, да. Вон твой стоит, вон он тут. Вон твой, который... Ловили, да? Да, поймали, он сваливал от нас. Хера, куда это он? Там колесо... О, там я такой же, только с зелеными волосами. Чего? Все, поехали. Там мой клон пытается меня убить. Он очень агрессивно настроен. Агрессивно настроенный клон, это восхитительно. Колонна. Колонна. А куда мы едем и что везем? Курочку везем. Курочку на чилят мы везем. В горы? О, давайте чувака подождем. Стойте, пусть пусть за нами едет. Сейчас. Давай. Он тоже курочку. Он тоже. О нет, он бензин везет. Он подливку острую в чили. Останавливаемся, ждем. Чего мы там друг от друга бьемся? О, давай. Да поедешь же, давай. Он еще бот сзади едет с контейнером. А что это валяется такое, пацан? О, еще один. Это тоже кто-то ехал, походу, не доехал. Да, не доехал немножко. Вы сейчас готовьтесь. Тормозите. Все. Что такое здесь? Вот что такое здесь. Поехали. Ой. Уехал, в поворот зашли. Я смог, да. Четыре грузовика. Кто-то в поворот не зашел. Аккуратнее. Ждем всех. Аккуратнее. Вот три грузовика поднялись. Четвертый за пятый. Пять грузовиков у нас. Пять грузовиков? В смысле пять? А где пять? А, точно, пять грузовиков. Тихо, держись. Осторожно. Надо сразу поехали аккуратненько. Пять грузовиков. Пять грузовиков. Офигеть. Так, теперь сюда аккуратненько. Так, тут что самое интересное будет. Ой. Кто-то Халдор улетел. Мне куст помешал. Ой. Там сейчас, походу, у всех будут какие-то проблемы. Давай, тут без проблем не обойдешься никак. Смотри, так, такая пыль, блин, от вас летит. Такая срань летит вообще просто. О, туристы! Hello, Russian! Hello, Russian Federation, Russian. Вы чё? О. Подождите одного, ждём. Тормозите все. Че, привал? Я пока привал. Пойду курочку покушаю. Он остановится как человек или нет? Хер там ночевал. Смотри, вышел, сейчас пойдет разбираться. Не выйдет, он тоже курочку пошел хавать. Ребят, вы решили никого не ждать? Эх, вот давай поехали там. Ждем. Квантум залагал. Не залагал. Он периодически из подлагивает. У чувака прицеп сгорел, смотрите. Лол. Фура. Мама, меня фура задавила. Так, друг другу в прицел не врезайтесь. Загорится там, хотел сказать. Ладно, продолжаем свой путь. Продолжаем. У тебя тоже горит. У кого? У меня не горит. А, не. У тебя горит. Ай-я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 й! Я без колеса переднего остался! У тебя колеса горят! А, колеса! Так ладно, что ты делаешь? Да ты дурак, да что ты делаешь? Квантум, не надо! Я тебя умоляю, прошу, не надо! Да что ты такой, блин, эгоист, только о себе и думаешь! Только о себе думает! Курочку увезли, люди началят! Да вот у меня по... У нас еще две осталось, у меня... За новыми прицепами поехали. Да нет, все, здрасте, поехали. Здрасте, за новыми прицепами. За новыми прицепами поехали. Да нет, какой... Ехали. Мы дураки. А, да мы... За новыми прицепами. Все, мой тоже обуглился. Блин. За новыми прицепами едем, короче, все. Трындец. Вот тут обугленный лежит один. Ой, блин, что-то я полетел. Такие, вы как трансформер летите тут. Трансформер, да. Все, вроде прилетели. Так, ребят, это самое. Подтолкните меня. О, схема в трансформер. Ты дал, да? Я серфер. Серфер? Галдок, я был капот отвалился. И у меня. Чё-то я никак. Куда ехать теперь? Охренеть, как я застрял! Помогите мне! Вот сам теперь там свои проблемы решай. Да, вот нас толкнул сам-то теперь там.
взял. Так, значит, так, кидайте меня. Ой! 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 Что такое? Во враг я улетел. Ой! Я туризм тут задавил. Туризм? Туризм. Туризм? Туринчан. Туризма. Туримчан. Я лечу! Лол, как я это сделал? Ой, у меня загорелся, я пошел. Да ты снайпер. Схема в тебе видно меня? Отключи вид от первого лица и посмотри в кабину моего грузовика. Ну-ка. Вот так отъеду. О. Видно, что тебе... Ах ты ж, зараза! Покажи мне тоже. Так я пока от ментов избавлюсь. О, на вот тебе. Понял ты, хмырь. О, Халдор что везет? Халдор закуску везет к лесу, пацанский. Я закуску везу. У нас китайские палочки, у него куря. Куря привез, молодец. Куря. Давайте встанем все вот все. Ой. Смотрите. Аж захрюкал. Поехали. И все разного цвета, еще нету повторяющихся. Вообще. Давай Халдор первый. То есть второй. Давайте я второй за квантумом. Аккуратно. Короче, ребята, мы везем на челяд палочки и курочку. Ну, то есть курочку палочками. Ну, пацанский лес, это да, чтобы... пацанский лес. Пацанский лес, чтобы строить дома. Там девчачий лес, чтобы разводить костер. И чикенбелл, чтобы прикусывать. Это все дело. Главное не врезаться в дружественные эти... Вон. Единицы. Единицы, юниты. Да. А то взорвутся эти к херам. Поехали, пацанский лес. Пацанский лес. Тайный город Бобруйск. Тайный город на Галичи. Едем в тайный город Бобруйск. Бобруйск, да. Сейчас мы доведем, в общем, лес и... Сохраняйте дистанцию, в общем. Да, дистанцию. И представьте ту картинку, которая висит на всех машинах. Сохраняйте дистанцию. Сохраняйте дистанцию. Хрена, Халдор, ты там боком прицепную валят. Да блин, вы трендец, ты пылишь, у меня тут все за... Ой-ой-ой-ой-ой. Я всю лобовуху застрял. А как интересно от первого лица там выглядит? Эй, как включить, блин, эти О, дворники? У меня дальнобойщики. Вообще, от первого лица такие дальнобойщики. О, от первого лица офигенно, квантум. Вообще. От первого лица... Охренеть! Дальнобойщики. Троняем, пацаны, да. У нас проблема, мы не доедем до Бобруйска. Так, давай по одному-ка. Мы не доедем до Бобруйска. Так, заезжайте по одному в эту город. Он не прет в гору. У меня прет нормально все. У меня не прет в гору. Сейчас чувствую, я заглохну. Я уже не пру. Халдор, назад езжай! Назад езжай! Я не могу, я не еду. Быстрее геймпад, сейчас я геймпад возьму, с геймпада я заеду. Черт, помогите, помогите, помогите. Он реально не прет. Все. Ай-яй-яй, вы посмотрите. Суть данной серии в том, что Бобруйск остался без дров, без курочек и без палочек. Все очень плохо. И без острого соуса. Как сказал Квантум, ребята из вымышленного города Бобруйск остались не кормленные и не поенные. Но может все-таки есть путь туда? Как вы думаете, где в GTA 5 находится город Бобруйск? Все, давайте. Я полетел, Вот, собственно, примерно так выглядит дорога в тайный город Бобруйск.